Но вот сегодня одна из наших таких, да, миссий – вручить верительную грамоту посла фонда, потому что она очень откровенно, очень страстная, очень эмоционально пытается привлечь внимание. Вот, и вообще к теме благотворительности, к культуре благотворительности. Вот, ну и, в общем, помочь нам привлекать тоже средства. Поэтому мы чрезвычайно признательны, потому что на самом деле очень важно, с каким настроением люди помогают. Дамы и господа, врач, психотерапевт, ведущий, писатель Наталья Толстая. Аплодисменты! Самое красивое, Наташ, вот как-то на тебя присела, а еще сзади, на самом замечательном месте, который каждому из присутствующих здесь мужчин, наверное, близок, а ты пересадила. Хорошо. Аплодисменты, дружнее, пожалуйста, дамы и господа. Огромное спасибо всем партнерам, которые вообще протянули, вот это не рука помощи, это какая-то волшебная рука дружеской поддержки, потому что вешаем нос все, и врачи, и телерадиоведущие, и писатели, трудные времена, а то, что каждый дает по кусочку своего сердца, оказывается, добро, оно действительно возвращается. Что я как-то прям вот беру все ее, там, не знаю, советы из книжек и применяю к себе, потому что у меня нет, по большому счету, каких-то сложных семейных ситуаций, слава богу. Вот. Но что касается девушек, которым Наташа помогла, то это я видела своими глазами. Как люди до консультации с Наташей, какими они были, да, и какими девушки уже выходили, поговорив с Наташей. То есть это действительно серьезные перемены. Я читала все ее книги, мы с ней дружим, я ее очень люблю, Наташу. И просто одна из первых сегодня ее поздравила. Я очень много прочитала ее советы по поводу измены мужчин. На самом деле это ужасно. Я как только начинаю задумываться, что мой молодой человек в будущем или сейчас может мне изменить, мне сразу плохо, да, как вспоминаю, что тебе будет 40, и сколько вокруг красоток, и сколько молодых девушек. Очень легко. Читается не тоненький, не навязчивый. Видно, что это она сама пишет, да, в отличие от многих других. Рука у нее легко ложится, вот чувствуется, что вот мне очень легко читать. К моей любимой подруге отношусь очень хорошо. Была как-то в гостях как раз на Russia Room у нее. Она на самом деле молодец. Она, не внедряясь в твою голову, она как-то умудряется все какие-то проблемы объяснить тебе. И ты понимаешь, что ты их сам себе объяснил. Это на самом деле потрясающее искусство. Вот, поэтому я вот преклоняюсь перед ней. Она большая молодец. И прям вот еще раз скажу, большая молодец. Так много людей, которые пришли ко мне, но с каждым из них наверняка я говорила один на один. И то, что они все пришли сказать мне молодец, ты молодец, мы с тобой, мы рады твоим победам, это очень большой показатель того, что я, мне кажется, на правильном пути. Мне кажется, что именно сейчас небо мне говорит: Наташ, да все будет хорошо. И это придает мне сил сказать всем: все будет хорошо. Al compás de tu mirada, que no me decía nada, despertando así.